Армения обеспечит безопасность проходящего по армянской территории транспортного сообщения из Азербайджана в Нахчивань. Как передает канал 13, об этом заявил в интервью РИА Новости министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян. Прежде всего, хочется сразу отметить, что употребление термина «коридор» некорректно в случае, когда речь идет о транспортном сообщении между западными районами Азербайджана и Нахчеванской автономной республикой, сказал Арутюнян. По его словам, в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, коридором является лишь Лачинский, который обеспечивает связь Нагорного Карабаха с Арменией. Во всех остальных случаях речь можно вести только о транспортных коммуникациях. Отвечая на поставленный вопрос, могу сказать, что Армения согласно взятым на себя обязательствам обеспечит соблюдение требований по безопасности вышеназванного транспортного сообщения. Вопрос привлечения армии к его охране на данный момент не стоит, а контроль за транспортным сообщением, опять-таки согласно трехстороннему заявлению, возложен на органы пограничной службы ФСБ России, подчеркнул министр обороны.